Всем привет, ребята! Вы на канале Mr. Little, и меня зовут Анастасия. Время сейчас 9 часов утра. И да, у меня начались месячные. Не знаю, честно, почему они начались сегодня, потому что по моему циклу они должны были начаться, ну, через неделю, может быть, может, чуть раньше. Но начались сегодня. И не знаю, подействовало ли на это то, что вчера я легла в 3 часа ночи спать, потому что смотрела сериал. Но кто ж знает, сейчас я чувствую себя очень-очень странно, хочу спать. Также небольшой дискомфорт в нижней части живота. Сейчас схожу в душ, поменяю прокладку и... Happy day! Вот они, 4 часа сна мои. Я только что зарегистрировалась в свое приложение, любимое Flow, кто не знает, называется. И по моему телефону цикл у меня длился 23 дня. 23, всего 23 дня. В прошлом месяце, по-моему, было больше 30. Даже не помню, честно, но в прошлом месяце было очень-очень много, и тут вдруг 23 дня, просто я в шоке, серьезно. Что касается, в принципе, меня, то я переоделась, одела свои любимые period pants, которые я уже давно не одевала, и сейчас буду заниматься своей рутиной. То хочу отметить, это то, что surprisingly my skin looks good. Ну, то есть, она у меня выглядит как обычно, даже немного лучше, чем обычно. Скорее всего, после того, как я это скажу, сегодня вечером у меня высыпется куча прыщей, но пока все идет хорошо. It's breakfast time. Сегодня у нас на завтрак разноцветные пельмени. И просто посмотрите на эту новогоднюю атмосферу, на наши стулья, на аксессуарчики, на наши тарелки. Merry Christmas! Всем приятного аппетита! А, нет, вот, у Алисы просто детская, а у нас можно есть. Завтрак, конечно, был вкусный, и лучше бы я посидела, отдохнула, потому что ноги пипец как сейчас болят, но посуда сама себя не помоет, так что let's wash the dishes, yay! Честно, ребят, вообще сейчас нету сил, кроме как валяться в кровати, и все вообще. Ноги болят со вчерашнего и, в принципе, с прошлой недели, потому что танцевала, тренировалась много, и болят теперь ноги, плюс мало спала, и вообще ничего не хочу делать. Сейчас, наверное, отдохну часок, и посмотрим, что будет дальше, потому что сейчас я себя пипец как чувствую. В общем, время 12 часов дня, я немного поспала, примерно часок, полтора. Не скажу тоже, что я выспалась, но чувствую себя сейчас гораздо лучше, чем до этого. И я проснулась, посмотрела на свой живот и прям удивилась то, что почему у меня все нормально с ним, потому что обычно выглядит он у меня вот так. А сейчас он на меня вот в таком вот состоянии, что для меня прям очень-очень большой сюрприз, потому что я не тренировалась, наверное, месяц.
ем я в последний месяц просто все. Ну и плюс месячные, прям для меня это очень-очень большое удивление. Самое главное, я решила встать на весы и посмотреть, что у меня там с весом. Я ожидала то, что будет как минимум 58 килограмм. А результат? 54. Я когда худела, столько никогда не весила. Как? Как? Плюс я еще поела 2 часа назад целых 30 пельменей. Как? Я, конечно, рада, но это пипец как странно, серьезно. Ладно, о похудении и обо всем этом мы с вами еще успеем поговорить. Сейчас я переодеваюсь, потому что мы вместе с семьей поедем в отель, чтобы организовывать Алисе день рождения, все, знаете, бронировать, потому что все-таки это очень-очень сложный процесс. И потом я, наверное, поеду на танцы. Хотя кто знает. В отель под названием Hard Rock. У меня здесь просто супер ностальгия, потому что здесь мы проводили мне день рождения, когда мне было 8-9 лет. Здесь прям было очень-очень весело. И вот мы приехали сюда бронировать дорожку для Алисы. Да, Алиса? Само все выглядит вот так вот. Когда у меня было день рождения, мы прям вот в этой вот кабане были, напротив вот этого вот игрового центра, играли. Также здесь была сцена, где проводили еще день рождения и другие активитис. В общем, было очень-очень весело. С днем рождения мы решили, и время уже 1:30. Вообще в это время я должна была ехать на танцы, но я опоздала, так что мы приехали в центр фестиваль, это торговый центр, покушать, плюс, в принципе, походить, пошопиться, посмотреть, что здесь новогоднего. И сейчас пришли в магазин Marks & Spencer's, выбираем что-нибудь себе вкусненькое, и потом пойдем кушать. Ей! Мы пришли обедать в Paper Lunch, нам уже принесли нашу еду, рис с говядиной, рис едой. С едой, напитки, у Алисы, как всегда, последний, почему Алиса, ты под столом, всем приятного аппетита. Ну что, I am back home, и время холла наших покупочек. Да, в основном здесь все сладенькое, но, блин, месячные, как без сладкого, да? Конечно, мое лицо и мои прыщи говорят: Настя, огромное тебе спасибо, давай создавать еще больше нас. Но что с этим поделать? Хочется. Новый год, что поделать? Во-первых, здесь вот такие вот печеньки, crunchy biscuit coated in milk chocolate в шоколаде. Вот такие вот печеньки, мы их просто обожаем. Каждый раз, когда ездим в Mark & Spencer, обязательно их покупаем, потому что они очень-очень вкусные. Это овсяные печенья, и наверху они покрыты молочным шоколадом, что просто муа. Вот такие вот новогодние шоколадки в форме кругляшочков. Еще какие-то шоколадные печеньки с кремом внутри. И вот такой вот новогодний сет, типа сделай сам печеньки, но печеньки здесь уже и так есть, их просто нужно красиво украсить, и, соответственно, потом можно есть. И в итоге все это вышло, чтобы вы понимали, на 1200 бат. Да. Но главное, что очень-очень вкусно, печенье просто муа, шоколад просто муа. Обожаю Marks & Spencer,
Обожаю сладкое. A few moments later. Сейчас я буду заниматься тем, что, скорее всего, большинство людей не собираются делать в первые дни месячных, но мне-то что, я не боюсь, и это принимать ванну. Да, мы давно не принимали ванну, и решили, почему бы и нет. Да, почему вот сегодня не принять ванную? Ну ладно, ничего страшного, я, в принципе, нормально и в море, и в ванной во время месячных купаюсь. Честно, не понимаю вот этот вот миф, то, что нельзя купаться во время месячных, мне нормально. Если вам как бы ничего страшного, то, что у вас в какой-то момент может вода в красный цвет превратиться, то who cares, you know? И да. Let's go. Кстати, я недавно открывала адвент-календарь с разными штучками для ванны, и у меня теперь здесь куча-куча всего. Есть и вот гель для душа, свечки, вот такая вот соль для ванны, бомбочки. В общем, все для хорошего релакса. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Ванну приняли, теперь время менять прокладку. Буду говорить честно, сегодня я только один раз меняла ее утром, когда проснулась, и больше все. И как бы ничего почти, очень-очень мало крови, чему я рада, но, скорее всего, это значит то, что завтра я могу протечь. Но надеемся на лучшее, да. А сейчас меняем прокладку. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? Только утром обговорилось то, что у меня все хорошо, нету никаких stomach bloating, и вот он результат. Вот он, блин, результат! Но это не мешает мне вкусно поснекить вкусными печеньками, которые мы купили, шоколадом, чаёк. Всем приятного аппетита! У меня болит живот. И я не знаю, это из-за того, что я нажралась печенья на ночь или из-за месячных. Но вообще сейчас сил нету ничего делать. Я хотела посидеть, сделать домашку, какими-нибудь делами заняться, а в итоге сил вообще нету. Вот вы, девочки, пишите в комментариях, типа, мне 10, мне 11, я хочу, чтобы они у меня наконец-то начались. Не надо, наслаждайтесь, пока их нету. Как я вам уже говорила, утром сегодня ночью я спала очень-очень мало и решила то, что сегодня все-таки засплю. Я этой ночью спала очень-очень мало, и сейчас меня, честно, уже клонит в сон, так что буду сейчас уже укладываться, время почти 10 часов вечера, и да, что вам сказать, на самом деле сегодня был прекрасный день, утром, конечно, было сложно, но вторая половина дня прошла хорошо, если бы не вышел, блин, этот шикарный прищур на лице. Ну почему? Почему сегодня? Все же так хорошо было. И да, я делала ночную прокладку, буду сейчас ложиться спать в своих прекрасных штанах. И да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас отсылаю. До скорой встречи и всем пока.